Всем привет! Давайте в этом видео разберемся, как создать свою палитру кистей, свой набор для работы, как это все делается. Вот эти клавиши мы уже с вами изучали, переключение. Вот так вот. Вот здесь у нас есть вот такая вот пустота, кистей нету. Что нужно сделать для этого? Давайте зайдем в преференс. Конфигурацию откроем. И вот это Enable Custom. Вот она открывает вот эту вот нижнюю часть. Вот мы ее нажмем. Теперь зайдем в Brush. Возьмем Brush и перенесем ее на эту сторону. Обязательно должна быть здесь или здесь она включена. Давайте теперь выберем те кисти, с которыми мы постоянно работаем. Это, допустим, стандартные. Нажимаем Ctrl, Alt, правая кнопка мыши и переносим вниз. Вот так все это дело здесь отмечается. Потом, допустим, мы переносим кисть MOV. Еще вот эту MOV можно перенести. Устанавливаем. Все это дело мы здесь выставили. Можем также сферы сюда переносить. Допустим, вот нам нужна сфера вот эта, да? Точно так же мы ее берем и переносим вот сюда, вот так пускаем. Можем здесь пользоваться сферами нашими. Также ее можно убрать назад. Вот сюда поставить. Все, в принципе, ничего тут такого сложного. Единственное, как теперь это сохранить, чтобы у нас это не пропало при включении. Давайте разберемся. Ничего тут сложного такого нету. Вот открываем нашу, еще забыл сказать, палитру, ну, наше перья, инструмент. Нужен вот этот инструмент, вот он высвечивается, вот он тут появляется. И отсюда мы его точно так же переносим туда, куда нам надо. Как теперь сохранить все это дело? Жмем Preference, Save UI и сохраняем, пишем название, какое нам, чтобы не найти, и все это можно запускать, включать, все будет работать. Все, всем до свидания, пока.